20 июля на юге Кузбасса ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Прокопьевске ночью плюс 13-15, днем до 24 градусов тепла. В Осинниках ночью 14-15 выше 0, днем плюс 23-24. В Мысках ночью плюс 15-17, днем до 24 градусов тепла. В Междуреченске похожая картина погоды. В Шерегеше ночью плюс 14-16, днем плюс 21-22, ветер умеренный. В Новокузнецке во вторник переменная облачность, осадков не ожидается. Температура ночью плюс 15-17, днем до 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый, возможны небольшие геомагнитные возмущения.